так что вряд ли тебе понравится. Но если хочешь, поешь. Спасибо. Я здорово проголодался, правда? Никогда раньше не ел ничего настолько вкусного. Это вряд ли. Честное слово. Просто ты очень голоден. Думаешь? Конечно. Ты ведь скоро переезжаешь? Через неделю. Кагосима? Да, далеко. Далеко. Но Татики тоже не близко. Так не близко, что тебе и домой не вернуться. Как случилось, что я привык набирать сообщения, у которых нет адресата? Я так и думала. Почему? Мне всегда казалось, что ты уедешь куда-нибудь. А ты? Я даже не знаю толком, что со мной будет завтра. Со всеми так. Да ладно, ты не такой. Такой? Со стороны кажется, что ты уже все для себя решил. Нет, только и делаю, что сомневаюсь. Стараюсь планировать, что могу, но на душе неспокойно. Вот как. Плохо? Да. Свеча приказала долго жить. Скутер подержанный. Еще сестры? Ты когда разгонялась, двигатель хрипел? Может быть. Давай оставим его здесь. Пусть кто-нибудь потом из твоих его соберет.